Добрый день, дорогие уважаемые жители городского округа Зарайск. К сожалению, ковид атакует, продолжает наступать. И эпидемиологическая обстановка на сегодняшний день, как и всей стране, Москве, Московской области, к сожалению, в нашем городском округе далеко неблагополучна. Даже если взять за последние 3-4 дня, резко выросло количество заболевших и резко выросло количество госпитализированных наших пациентов. Только за последние 4 дня госпитализировано 40 пациентов. А что касается заболевания, особо отметить хочу на сегодняшний день то если мы говорили в прошлом году, что ковид начинается с минимальной симптоматики, отсутствия обоняния, осязания, и дальше нарастанием температуры. К сожалению, на сегодняшний день все поменялось и протекает все по-другому. Начинается третья волна у нас с резкого повышения температуры. И, к сожалению, третий-четвертый день с экстренной госпитализацией. Недавно умер наш коллега, исполняющий обязанности главного врача одни из областных наших учреждений. Врачи не могли его спасти. В прошлом году умерла сотрудница нашей больницы, когда еще не было вакцины. Врачам тяжело было работать, а еще тяжелее держаться самим, справляясь с этим недугом. Что касается статистических данных нашего городского округа, на сегодняшний день привито у нас более 6,5 тысяч нашего населения. Что касается переболевших, переболели более 3,5 тысяч населения. Вакцина на сегодняшний день имеется в достаточном количестве. Уважаемые жители, призываем все наши медики нашего городского округа, призывают всех вас вакцинироваться. Записаться на вакцинацию можете через портал госуслуг, позвонить в телефон регистратуры и записаться на вакцинацию. Давайте будем беречь себя, своих близких, будем благоразумны.